По меньшей мере 13 человек погибли в результате столкновения двух поездов на юге Индии. Еще 50 получили ранения разной степени тяжести. Авария произошла в районе Визианагарама. Причины выясняются. Одна из версий – человеческий фактор. Ошибку, возможно, совершил один из машинистов, но не исключается и техническая неисправность. Индия имеет четвертую по протяженности железнодорожную сеть в мире. И подобные инциденты в стране происходят периодически, несмотря на усилия по обновлению поездов и инфраструктуры.